А еще в Сургуте сегодня вышла новость, что на каждую из теплых остановок выделено по 2 миллиона рублей. Вот так это выглядит остановка. Но самое главное, что глава города Сургут сравнивает ее, что современная теплая остановка чуть ли не космический корабль. Вадим Николаевич, у вас буква С отклеивается на космическом корабле. Один квадратный метр этой остановки стоит 171 тысяча рублей. Молодец, гуляй, а что ты хочешь? Это космический корабль же, ты что? Да, ну да. Как тебе теплица? А в космос можно полететь? Смотря что употребить. То есть, если вы увидите главу города Сургут вот на такой остановке, значит, город Сургут, значит, это покорил космос. Так, что ли, понимать? Вот это вот 2 миллиона стоит. Елочка нравится? А я 10 тысяч пенсий получаю, 2 высшего образования. Получил пенсию 10 тысяч, 5 тысяч на карте. На что я живу? Хуй, соль доедаю. Елочка мне нравится. Елочка, блядь, мне нравится. А, слушай, так тут остановка с душем. На скотч приклеили. Влазит палец. Сквозняки обеспечены. Пусто. Сварного шва и близко нету. Ржавое все. Это пластик. Задница отмерзнет. Там в них внутри ничего нет. А вот USB-порты. Fallout отдыхает. Перекос явный. Ну не зря эти остановки улетают. Лови выпирать, на чайники надо! Лови нам она! Не хватило 2 миллиона, что ты докопался? Скоро здесь грибы будут расти. Это люки космического корабля. Достаточный перекос. Остановка завалена направо, вот так вот. А это, наверное, космическая мусорка. Это пластик. А тут нет болта. Вот остановки улетают. Это не паутина, это звездная карта. Звездная карта, вот. Сквозняк, уйди! Уйди, сквозняк! Да, теплый воздух сюда гонит. Так вот он, обогреватель. Еще одна мусорка улетела. Перегретый провод. Еще немножко и возгорание будет. Мастер промахнулся. Не трогай, ты что, 2 миллиона? Тут какая-то космическая суперкраска применена. Сама загибается. Ну правильно, что позориться, на лето надо снимать двери. С дверью 2,5 миллиона будет. Не трогай, ты что, 2 миллиона стоит. Это, ты не понимаешь, это двигающийся фундамент. Это передвижной фундамент, видишь? И вот это мобильное шасси называется. Космическое мобильное шасси. Ну, смесь. Тихо, ты что? На место. Сейчас улетит в космос, блин, ничего не останется. Во, даже починили немножко. Здесь однозначно тепло не будет. Ох, цветочки растут. Слип, конечно, шикарно сделан. От мусорки только вот шасси осталось. Видать, в космос улетело. Вот, она за счет вращения, скорее всего, улетела. Что-то вращается, да? О, точно, вращается. Пепелац, вот он, пепелац, нашли мы его. Пузата нормально. Ох ты, тут разлив. Вот до этого уровня вода это набралась. И после того, как замерзла, вот здесь все расплющило. Так это грозит каждой стойке, получается. Значит, эту зиму они уже не переживут. Вот отверстие, да? Вот. Да. А вот болт. Чуть-чуть промахнулись. У нас тут кабель какой-то торчит из земли. Оголенный. Рядом дети ходят. Так, вот такая остановка за 2 миллиона в городе Сургут появилась. Ну, такая вот мусорка, наверное, миллион, наверное, стоит в придачу. Вот такая вот мусорка. С этой стороны получше мусорка, но тоже вся ржавая. Так, вот такая вот остановочка. Здесь тоже проржавела, краска уже поотлетала. Здесь тоже вон все проржавело. Где-то есть дырки, щели. То есть вот это вот утечка тепла и сквозняк. Здесь видим подтеки, то есть изнутри вода течет. Здесь все ржавое. Еще одна щель. Такие, даже не знаю, как их прокладки назвать. Здесь тоже вон подтеки. Здесь подтеки по всему стеклу. Здесь вообще вот до сюда подтеки тоже. Где-то остановка не докручена. Ты не то снял. Сейчас я снаружи сначала. Колодец не ловил, ребенок шел, выл, споткнулся и упал.
Вот наша администрация заботится о нас. Еще одна щель. Конечно. Даже кольцом. Не вандаль? Я не вандаль. Ты не поверишь, вот этот короб плохо прикручен. Он гуляет. Здесь, видать, болтов не хватило, только два самореза, смотри. Какое-то оргстекло на два самореза прикрутили. Слева вверху и справа внизу. Смотри. Тихо, тихо. Рассыпается вся конструкция. Не трогай ничего руками, Макс. Он все в трещинах. Весь фундамент в трещинах. Где-то вот здесь вот, да? О! Вот так вот изолировано. А меня вот так? Да. Нет, сейчас там душновато. Там вот он. Так, а теперь сама остановка. Висит видеокамера какая-то. И утеплитель торчит. А на самом потолке видны пятна. Даже не пятна, это капли. Это то есть во время дождя вот это вот отсюда капает. Слушай, так тут остановка с душем, я понял. Инвентарь, смотри. Инвентарь. Это душ. Да. Вон, видишь, капли. Сними номер. Инвентарный. Инвентарный номер. Приклеен. Ну, похоже, да, на 2 миллиона. На скотч приклеили. Вот ржавчина, по стеклу ржавчина бежит. Да, да, я заснял. Вот. И вот там внизу тоже, смотри. Влазит палец. Вот. Это между... Сквозняки обеспечены. Тут вообще даже не допилена вот эта рамка. Вот здесь вот внизу. Ну, вот, да, два пальца спокойно залезут. И там видно, там пусто. Под этой пластиной ничего нету. Там да, пусто. Там улица видно. Вон тоже фундамент развалился весь. Такое чувство, как будто пилил какой-то. Тут даже. О, сними. Тут даже сварного шва и близко нету. Вот здесь вот. Эта панель даже не привалена. Ржавое все. А наличие мха говорит о том, что здесь постоянная влажность. Это пластик. Это влажность. Это пластик, да? Это пластик. Вот. Дерево? Нет, это пластик. Смотри, вот. Это пластик, он, структура дерева. Да, точно, это пластик. То есть задница отмерзнет. Тоже щель. Тут тоже никаких сварных швов. Здесь панель не допилена. Опять же, пролазит палец. Панели. Там в них внутри ничего нет. А вот USB порты. Такие шикарные прям. С другой стороны сними. Там круче. Fallout отдыхает. И просто просверлил какой-то пьяный слесарь. USB порты. И уже видно, что. О! Сними вот это вот все. Видно, кто-то пытался подковырнуть царапины. А это, я так понял, панели, которые обеспечивают теплом. Их всего три. Смотри. И висят они сверху. Пытались уже вскрывать. Тут, наверное, полностью. Кто-то вскрывать пытался, да? Да, полностью царапины везде. Замок весь. Вот, и тут пытались скрывать. Полностью, вон, везде, 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 вон, царапины. Берем один палец. Он весь гуляет, вон. А что ты хочешь? Это космический корабль же, ты что? А, ну да. А, кстати, экран не работает, и он очень горячий. То есть, вот это и есть тепловая панель, да? Тебе сказали же инфракрасная, да? Это и есть инфракрасная панель? Вот сюда позаткнули. Вот это вот ничего не работает, кнопочка. Ничего не работает. Но самое, что меня удивило, это вот эти вот потеки. Это явно здесь все капает, дождь во время дождя. А что за панель такая? Это вот эти вот панели нижние, которые... Резьба сорвана, да? Да, резьба, это лаз, смотри, как это все отпилено. Это даже не отпилено, это зубилом выламывали. Я думаю, это щели зануровывали. Там она была поднята, вон тут вот тоже. Жаловали, что поддувало. Они взяли и прикрутили. Щели-то остались, смотри, какие щели. Смотри, видно, не видно будет кусок стекла без вот этого уплотнителя. То есть между этими панелями ничего нет. Вот здесь вот тоже
Какой-то пьяный слесарь пилил. Ничего, не обработано, везде ржавчина. Тут это что такое? А, это уплотнитель, вот кусок уплотнителя болтается. И эта панель, как ее назвать-то, объявление, да? Да. Доска. Тоже все ржавая. Доска. И тоже вон с какими-то... Нет, ну тут однозначно это... Краска вон вся облезла. Влажность большая. Вот еще, смотри. Отверстие, видать, устанавливали. Ну да, тут без пресс-шайбы, без уплотнителя. Вот тут с уплотнителем, тут саморез кроенный без уплотнителя. Крутили, видать, сюда, зачем потом сюда, потом решили все-таки сюда. Тоже мог присутствовать. То есть тут прям сам потолок кривой весь. Здесь тоже самое. Вон отверстие, вон отверстие. Что-то даже на фундаменте стоит. Ты какие-то это бракованные, причем видишь, они пузатые. Пузатый профиль. Пузатый квадратный профиль. И с этой стороны тоже. И вот там вот. Подожди, как его заснять-то? Да, пузатый профиль. Вот. Здесь пузатый. Не хватило пластины. Здесь немножко. Видать, что здесь вон тоже. Ну, почти залазит. 2 миллиона. Да. Пол обычный. И люк еще в придачу. А, этот уровень давай поставь. Не, тут пузато все, давай там. Перекос явный. Допустим. Но он есть. Ну, то есть... Смотри, смотри, какая прелесть, какие прекрасные сварные швы. Ну ладно, швы, там же тоже пластик сварный. Да. Ну не зря эти остановки улетают. Есть же фото. Крылатые качели. Да, есть же фото. Профиль, стекло, пластик. Есть крылатые качели, а в Сургуте крылатые остановки. Есть же фото, как эти остановки улетают. Лови выпирать, начальники надо. Лови нам она. Вот тут практически вровень. И вот туда. Огородник. Лови выпирать надо. Да, на чайнике. Здесь. Блин, нету линейки. Ну, сантиметра 2 как минимум. Там максимум 0,5 сантиметра. Ну, не хватило 2 миллиона. Чё ты докопался? А, то есть еще надо нас обналожить. Да, обналожить. Вот это вот технологическое отверстие. Я извиняюсь, зачем? Как вот зачем? Это? Чтобы вода с крыши уходила. Чтобы вода с крыши уходила? Да. Почему оно коррозистойкий материал? Оно внутри еще там есть такое отверстие. Вот это вот. Прям супер. Ага. Приходите, уважаемые жители города Сургут, за грибами. Скоро здесь грибы будут расти. Здесь тоже. Это что? Это правильно выбирать? Где уровень? Это люки космического корабля. Где уровень? А? Вон там висит. Да. Раз люк, два люк, три люк. Три люка космического корабля. А вон там внутри еще четыре каких-то. Там шут, уровень выпирать надо на чайник. Раз, два, три, четыре. Перекос есть. На таком маленьком уровне это достаточный перекос. А сюда? Тоже перекос. Для такого? Да, в какую сторону? Да, наоборот. А, то есть остановка завалена там, направо? Да, то есть видно тут щели. Остановка завалена направо, вот так вот. У тебя пляп называется? Нет, сварки. Надо было, блин, стременку надо было взять. Ну да. Буква С отклеивается. Вадим Николаевич, у вас буква С отклеивается. На космическом корабле. Ну вот еще один люк космической остановки. А вот еще один. Только что проходил ребенок и споткнулся об такое искусство. Ну да, что?
Мне больше всего осталось это, вот это вот искусство. Вот, монумент. Антон. А это, наверное, космическая это мусорка. Остановка завалена вот в эту сторону. Сколько ты посчитала? 11,5, да, метров квадратных внутри? Так. Что там, периметр нужен? Да. Внутри сколько? Сколько на сколько? 11,700, да? Mm-hmm. Ну, грубо говоря, 12 квадратных метров. А они сколько год заявляли? Не знаю. Это, а, ну-ка раздели 2 миллиона на 11,700. Раздели 2 миллиона на 11,700. Делим 2 миллиона на 11,700 на площадь. Сколько? 100, 1 квадратный метр 171 тысяча рублей. 171 тысяча рублей. Вот здесь. То есть вот это вот, вот эти щели, вот эти саморезы, которые некоторые без шайб. Вот здесь вот, вот тут сними, вот это вот тоже. Вот, вот это зубами грызли? Ты осторожно, это очень дорогие квадратные, да, метры. Вот эти вот отверстия, это что, и почему тут нету шайбы? Да, сколько ущерб будет, вы понимаете? Вот это сейчас... вот, не чихай. Не чихай. Смотри, красиво, ровно заключен болт. Очень красиво. Это тот самый болт, который забили на нас. Ну что ты, может кто-то споткнулся случайно, что ты? Ну да. Вот, вот он этот профиль. Уже это, изогнулся весь. Это пластик. А тут болта нет. А тут нет болта. Вот остановки. Вот остановки и улетают. Да тут видно, что его давно не было. Не то, что такое, вот никогда не было. Гофры не запихали. Торчат просто вот провода. Гофры нету, да? На провол. А нет, на хомут притянут, вот там видно. Там притянут. Да, ты смотри. 2 миллиона. Коммуникации, они сказали. Вот на что 2 миллиона было потрачено. Вот они, это коммуникации, да, они сказали, тут коммуникации подведены сюда. Причем администрация города написала. Да. В комментариях, что коммуникации подведены. Сколько стоит подвод коммуникаций? Ну, с хомутом 2 миллиона. А без хомута это 500 тысяч! Че, пойдем ту остановку посмотрим? Пойдем? Вот, да. Тут вот на соседней остановке от мусорки только вот шасси осталось. Видать, в космос улетело. Ну точно в космос улетело. Смотри, тут и это. Следы пороха, все, ну это, выхлопные эти. Вот, она за счет вращения, скорее всего, улетела. Здесь вообще нет стекла. Видать, бронированное было. Проверяли. Не работает. А кнопочку? Да. О, что-то среагировало. Не, это вот он. Может, направляется автобус. Вот здесь тоже вон, крыша поваленная. Тоже теплая. Минвату на крышу запихнули, от которой людей астма потом будет. Здесь тоже вон потеки это, с крыши. Вот, иди сюда. Вот это прям супер. Вот это прям супер. Что там? Вот здесь мы смотрим. Ровненько. Идем, 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 идем. Ой, палец пропадает, пропадает, пропадает палец. Ой, в щель залез. Не потеряй палец, осторожно. Инвентарка. Паутина. Да они же говорят, кто-то же обслуживает, да? Это не паутина, это звездная карта. Да. А, вот это у нас космический корабль, да. Тут тоже видно щель. Здравствуйте. Звездная карта, вот. Ты представляешь, что даже руку не берет? Ну какая сварка! Да? У вас зарядка есть? Нет? USB? В машине есть. Ну, я думаю, тут ничего не работает. Там вообще ерунда. Антон Николаевич. Чё? Смотрит осторожно. Ой, кто там? Кыш. Кыш? Нет? Сквозняк, уйди. Уйди, сквозняк. Шатается.
Также погнутая крыша. Видать, много воды отсюда уходит. Что-то шумит, да? Вот этот аппарат шумит. Система охлаждения шумит. Да. Да, теплый воздух сюда гонит. Так вот он, обогреватель. Также люк, еще один самхом. А здесь вот гофра есть, смотри. Здесь гофру это сделали. То есть знают, да, что такое гофра? Так, еще одна мусорка улетела. Еще один люк, еще один. Ох, как много. Чили. Слушайте, мне вот этот вход очень нравится. Он как более такой, да? Да, проходим. Не двигающихся частей. Он обгоревший. О, точно, один заметил. Он обгоревший, он буквально еще чуть-чуть, он перегреется, будет замыкание, тут все загорится. Перегретый провод, еще немножко и возгорание будет. Гуляет? Гуляет, да? Здесь тоже вода с крыши стекает через это отверстие. Здесь тоже гофры нет. А это, я так понял, заземление, что ли? Как-то оно как-то не совсем заземлено. Ой, а на крыше-то... Опа, на броню выпирать. А, да. А, нет, нет, тут это, туда. Тут вроде как ровно. Но изоляция вылазит. А вот это супер профиль космический. Алюминиевый. Экологически чистый. Смотри. Опять подтеки. 10, да. Вроде как идут уголки с отверстиями, да? Ну, скамейка вот может улететь от ветра. Тут же стекла нет. Да, пойдем. А вот там вот. А, тут нет. И провод без кофры. А вот тут уже прикручены. О, так скамейка вообще никак не прикручена. Не, уголками там прикручена. А, только это, к боковушке. А к низу вообще никак. А это прикручено. Ну, а тут здесь прикручено. Так прикручено, что, ну, тут не прикручено, тут... Тут это вообще где-то, вот оно отверстие. Вот, а прикручено здесь. Должно быть вот так, точно вот так. Где? А, вот, вот, да, отверстие. То есть рядом просверлили. Да. Мастер промахнулся. Самую малость. Вот он тоже все развалилось. Не трогай, не трогай. Ты что, 2 миллиона? Не дай бог что-нибудь это собьешь. Ну, там усилие тоже произвести. Есть палец? Нет пальца. Ну-ка, уверен. Вот он палец. Ну все. Тут какая-то космическая суперкраска применена. Сама загибается. Опять же, смотри, болты загнуты. Не зафиксируй, так что дверь здесь не будет нормально ходить, потому что пластина отошла. Оттуда даже видно, как она неровна. Вон. А где дверь-то вообще? Ну, будет когда-нибудь, сказали. А, на лето снимают? Ну, правильно, что позориться, на лето надо снимать двери. Отверстие есть, все есть. Слишком дорогая дверь, с дверью 2,5 миллиона будет. Если лето... Вот тут зачищали сложной. Ну, конечно, это же лицо. Это же под видеокамеру местных СМИ попадет. Поэтому заварили за это, залицевали. А вот супер оргстекло, вообще мне нравится такое вот оргстекло, на два самореза приклеили, это, прикрутили. Смотри. Сейчас, подожди. Че заморачиваться, да? Другой, ты че, 2 миллиона стоит. Это, ты не понимаешь, это двигающийся фундамент. А-а-а. Это передвижной фундамент, видишь? И вот это мобильное шасси называется. Космическое мобильное шасси.
взяли камень где-то здесь с парка. Думаешь? Ну да, там есть такие. Просто сюда засыпали. Ну я не знаю, что это. Бедный парк. Ну смесь. Тихо, ты че? На место. Всю установку. Сейчас улетит в космос, блин, ничего не останется. Во, даже починили немножко. Отлично. Во. Здесь тоже то самое, вот какие-то камни лежат. И отверстие, которое работает как слив. Не, ну, если бы тебе дали 2 миллиона, конечно бы хорошая остановка. Но нам же не дали 2 миллиона. Ты бы себе студию купил сразу. О, а здесь еще какой-то замок есть. Как на ЖД. Мы тоже все пытались поставить. И это тоже весь это раскоцано. Да, отверстия нет. Какие-то непонятные. Здесь тоже нет. Это для вентиляции, скорее всего. Вон даже здесь вот видно это, этот как его, щель на улицу. Здесь однозначно тепло не будет. Не, вот это вот самое. Не, ну, понимаете, если тут не будет вентилируемых отверстий, то тут все запреет и все сгниет. Так оно и так преет. Вон, вон мох. Мох, цветочки растут. Ну тут прям видно закос. Это оно. Тоже направо завалено. Остановка завалена вот в эту сторону, вот так вот. Ну, видать, специально делают, чтобы, если что, не на машины падало, а в сторону тротуара. Людей, Макс! Людей давит. Как тебе теплица? Ну, вот сюда вот пленку наклеить, можно помидоры выращивать. Холодно, зимой не вырастут. А в космос можно полететь? Смотря что употребить пилить. 11 740 что-то там. Ну одинаковая цена, 171 тысяча рублей за один квадратный метр. Что там? Площадь. Площадь внутренняя. Зашибись. Мне вот это нравится вообще. Да, пепелац, вот он пепелац, нашли мы его. Один квадратный метр этой остановки стоит 171 тысяча рублей. Глянем шкафчик, да, вот сюда смотри. Так и вандалы такие. Ну тут капитально пытались скрыть. Вот это, скорее всего, что-то вращается, да? О, точно, вращается. А, ты еще закрутишь? Видно, скажи. Все. Что, не реагирует? Нет? Тоже горячий. Нет, информация отсутствует. Тоже шумит. Тоже он пытается. Тоже потеки. О, душевые. Спичники шикарные. Все для людей. Тут он даже не закрученный. Саморез. Все, видно по нему, по его ржачу, что его никто не... Там улицу видно. Там пусто. Ага, улицу видно. Вот он говорит, нет никаких сквозняков, хотя я сомневаюсь. Щель, где вот можно? Щель еще. А это космические стопоры для двери. Для вентиляции, наверное. Шатается. И тоже он подтюки везде. Вот тут целое. Провод на проводку приключен. Слив, конечно, шикарно сделан. Особенно вот здесь вот. До сих пор влажно. Смотри. О.
пузатая. Че, пузатая, нормальная? Ох ты, тут разлив. Смотри. Как это возможно? Он полый внутри. От чего его раздувает? От нагрузки? Единственное, что могло быть, это... Они все раздуты, и тут тоже раздуты. Да, вода попала, замерзла. А, да, да, да. Могло из-за воды. Да, 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 да. Вот, вот до этого уровня вода это набралась. Да. Вот где-то вот до этого. И после того, как замерзла, вот здесь все это расплющило. Потому что вот тут и ровно. И потом вот она пузатая пошла. Вот, не, вот здесь вот есть отверстие, но оно, видать, не справлялось, засорилось. И из-за этого вода сюда набралась и все раздуло вот так вот, расплющило. Так это грозит каждой стойке, получается. Тут он, все этот уплотнитель как-то отошел, непонятно. Ну они вот, они все уже круглые. Да, они все раздуты. Значит, эту зиму они уже не переживут. Здесь вот тоже. Отверстие. Причем между... палками. Отверстия хоть и есть сливные, но они не справляются, засоряются. И каждую вот эту стойку раздувает. А, точнее, за счет физики вода замерзает и лед раздувает их. Ну, видно, что не все уже раздуты. И отваливайся. Успели установить, уже все отваливается здесь. Тут постоянные обитатели, обитатели есть. Вот отсюда вот смотри, вот так вот видишь, туда к стыку идут. А, да. Вот отверстие, да? Вот. Да. А вот болт. Болт, ты где? Я гайку, главное, скрутили. Чуть-чуть промахнулись. Ну да, всего пару сантиметров. Самая малость. Ну тут более-менее ровно, а вот здесь закос. Так, а тут по пути вот вдоль дорожки, да? У нас тут кабель какой-то торчит из земли. Оголенный. А рядом столб. Электрический. И спорткомплекс. И спорткомплекс. Нате, дети, ходите, трогайте. Здравствуйте. Здравствуйте. А подскажите, университетская 21 к вам принадлежит, да? Сервис обслуживает. Ага. Вот мы стоим возле спортивного комплекса «Олимп». И тут возле столба, прямо возле пешеходного перехода, оголенный провод многожильный. Серьезный кабель такой. Торчит из земли оголенный, непонятно, подключен он или нет. Дети рядом. Минуту. Так, университетская 21, где оголенный провод? Так, на углу спорткомплекса «Олимп», ближе к дому университетская 21. Прямо на пешеходном переходе. Между пешеходным переходом, домом 21 и спорткомплексом «Олимп». Ближе к дороге. У вас какую квартиру тут заявки дают? Я вообще в другом районе живу. Я проходил мимо, смотрю, кабель вообще оголенный. Проверят, посмотрят. Заявка принята. Его проверят, посмотрят, да. Запишите мои контактные данные. Я общественный, старший общественный инспектор по ОСМАУ, по борьбе с коррупцией общественного движения. Я хочу, чтобы вы мне сообщили результаты. Перезвоните, узнаете, говорите телефон. На этот телефон перезвоните, когда? Телефон говорите ваш. 667-744. Требую срочно принять меры. Изолировать, либо, либо отрезать его. Он проверят, прям... проверят. Я уже поняла, я вас услышала. До свидания. Все, хорошо. Не изолировали, как могли, в диспетчерскую позвонили. Рядом дети ходят. Так он не должен так валяться, мало ли что.